мужчины города Санкт-Петербурга и его окрестности, пришло время сделать это для женщин. Хотя бы на словах, хотя бы пообещать, а там разберемся. Пусть все будет так, как вы захотите. Барышни! Тебя такой, ну, в дерзкой мини-юбке, что мой покой, мой сон превратили шутя в тебя. Я умоляю тебя. Ну что, ребята, поем? 3-4. Пусть все будет так, как ты захочешь. Пусть твои глаза прежде горят, я с тобой опять сегодня этой ночью. Ну, а впрочем, следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. Тебе 17, тебе опять 17 лет. Каждый твой день рождения хочет прибавить, а я скажу нет. Твой портрет, твои дети, я расскажу им о том. Дети вашей маме снова 17, вы просто поверьте, а поймете потом. И дружным хором! Пусть все будет так, как ты захочешь, пусть твои глаза, как прежде, горят. Сегодня этой ночью, ну а впрочем, следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. Вазы в нашем доме, в них редко бывают цветы. В мае снова будут тюльпаны, я помню их, так любишь ты. Я напишу свою лучшую песню, если будет угодно судьбе. И первую ее сыграю тебе, конечно, тебе. И Санкт-Петербург! Пусть все будет так, как ты захочешь. Пусть твои глаза, как прежде, горят. Я с тобой опять сегодня этой ночью. Следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. Барышни, от всех мужчин Горного Урала, с наступающим вас 8 марта! Пусть рядом с вами будут мужчины, кто смогут не просто это сказать, а еще и сделать. Вы готовы? 3-4. Пусть все будет так, как ты захочешь. Пусть твои глаза, как прежде, горят. Я с тобой опять сегодня этой ночью. Ну, а впрочем, следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя.